Добрый день, дорогие друзья! Пришло время нашего очередного урока. Надеюсь, что интернет будет работать хорошо и появятся какие-то слушатели. Вот уже появились. Здравствуйте! Если будет какое-то какие-то помехи, я не знаю, плохо слышно, видно, вы, пожалуйста, сообщите как-то. Сегодня на календаре у нас 6-й день месяца Тишрей. Мы с вами находимся в период, то, что называется Емим Нураим. Добрый день, Емим Нураим. А на следующей неделе очень важный праздник Йом Кипурим. То есть он начинается вот как раз воскресенье вечером, Йом Ришон. Вечером начинается Йом Кипурим. А суббота перед этим будет Шаббат Шува. Суббота возвращения, тоже очень важная. Мы будем читать главу Гаазину, знаменитую песнь, которую написал Муше, для того, чтобы в последние времена, когда мы совратимся со своего пути, чтобы мы спели эту песню, и Всевышний нас как-то вот услышал. Ну и, соответственно, конечно же, календарь, те события, которыми мы окружены, определяют тему нашего сегодняшнего разговора. Главным образом я хочу с вами поговорить о Йом-Кипурим. Но в достаточно необычном разрезе, я бы так сказал. То есть, сейчас вы увидите, о чем я буду говорить. Йом-Кипурим, 10-й день месяца Тишрей. По существу это завершение Рош-Шана, Рош-Шана начало, Йом-Кипурим завершение. И что очень важно, что Йом-Кипурим – это по существу, когда был храм, а все сводилось, в общем-то, к служению первосвященника. Самое важное в храме было служение первосвященника в этот день. И когда день заканчивался, и первосвященник остался живым, а он мог и не остаться живым, то его все провожали до его дома, устраивали пир в честь него. И для него это было радостное событие. Действительно, для первосвященника Коэна Гадоль Йом-Кипурим был самым серьезным испытанием. Значит, в этот день, естественно, приносились разные жертвы в храме. Были обязательные жертвы, там были три вида жертв, так скажем. Были обязательные жертвы, которые приносились каждый день. Были дополнительные жертвы, то, что называется мусав, которые приносились в праздник. И были очень специальные, специфические жертвы, которые приносились только в Йом-Кипур. А одна из таких жертв – это то, что мы называем «сеир ле-азазел», то есть «козел отпущения» по-русски. «Сеир ле-азазел», то есть «козел для Азазела». А если вы хотите почитать, я узнал, вы открываете Ваикра, глава Ахараймот, глава 16, и прямо там об этом все читаете. Прямо вот если вы начнете с 9 стиха, то прямо вот вы с 9 стих, потом 21 стих, вы все прочитаете, что такое сир ля азазел, как он, что он, каким образом, как он делался и прочее, прочее, прочее. Так вот, я хочу поговорить именно как раз об этом, о козёл отпущения. По-русски это звучит, может быть, не очень привлекательно, и мало кто хочет быть козлом отпущения, потому что это стало таким выражением нарицательным. По крайней мере, в Торе это нечто другое, это точно нечто другое. Значит, о чем я хочу поговорить? Прежде чем я начну этот разговор, я вам расскажу один анекдот. Один анекдот, он старый. Он старый, не очень смешной, но очень подходит к той теме, о которой я хочу поговорить. Значит, анекдот такой. Один старый еврей пришел в оперу послушать Евгения Онегина. Вот он сидит, слушает. Видимо, ему как-то так надоело это. Он обращается к соседу справа, такой интеллигентный мужчина там сидит. И спрашивает: извините, пожалуйста, я вас побеспокою. Вот вы мне не подскажете, Онегин, он еврей? Мужчина так посмотрел на него, говорит: да нет, вроде он не еврей.
Но еврей продолжает слушать дальше. Через некоторое время он снова беспокоит соседа справа. Скажите, а Ленский, он не еврей? Да нет, вроде не еврей. Да. Через некоторое время опять. Ну, а Татьяна, она еврейка или нет? Да нет, она не еврейка. Извините, пожалуйста, а вообще кто-нибудь здесь есть еврей? Ну, это ему надоело, он говорит, да, есть, бабушка. И тогда еврей захлопал, браво, бабушка. Я не отношусь к тем людям, которые в каждом знаменитом человеке ищут еврейские корни. Есть, такая категория людей, которые в каждом знаменитом человеке пытаются найти, кто у него там был евреем обязательно, ну и... Тогда гордость его начинает переполнять. Вот я, как, не я какой, род наш какой, прочее, прочее. Нет, я не отношусь к этой категории людей. Но, однако, то, о чем я хочу сегодня поговорить, как раз с этим связано. А именно, вот скажите, пожалуйста, вы себе никогда не задавали вопрос, откуда происходят корни, истоки театра? Да-да, того самого театра, в который мы все любим ходить, драматические представления. Я думаю, что каждый нормальный человек какое-то время пережил вот пик увлечения театром. Кто-то даже в самодеятельности играл, кто-то даже профессионально там занимался. Но, по крайней мере, посещали театры абсолютное большинство людей. И к театру мы относимся, понятно, что трепетно. Так вот, откуда истоки театра? Ну, люди, которые этим занимались или которые почитывали какие-то книжки, скажут, ну это ж понятно откуда. Истоки театра, они связаны с Грецией, с античной Грецией. Именно в Греции возникли некие церемонии, связанные с Дионисом. Вот были большие Дионисии, малые Дионисии, кто более подробно, кто менее подробно. Но вам расскажут, что вот был такой бог виноделия Дионис, что у него была толпа таких козлоногих сатиров, которая его сопровождала. И вот отсюда истоки театра. И там появляются выступления, зрители и прочее. То есть вам убедительно скажут, что да, истоки театра, драматического театра, они находятся в античной греческой культуре. Даже слово «трагедия» «трагос», «трагос» — это песенка зла по-гречески. И я так тоже думал до определенного времени. Пока мне не попалась одна замечательная книжечка. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот эта книжечка. Вот. Книжка старая. Она была издана в 24-м году. Написал ее некто Николай Николаевич Евреинов. Не еврей, кстати, не еврей. Евреинов. И она называется «От Азазел и Дионис». Вот здесь на следующей страничке вот написано, вот смотрите. «Азазел и Дионис». И дальше написано так. «О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов». Здрасте. Так вот, эта книжечка мне попалась очень давно. То есть, ну, может быть, лет 40 назад. Я ее совершенно случайно купил в Ленинграде, где я жил, в Академкниге на Литейном проспекте. Это был замечательный магазин, ближе к Невскому. Там был такой магазин Академкнига, и там продавали иногда вот книги вот букинистические. И вот там я эту книгу купил, «Азазел и Дионис», книга Евреинова. Я думаю, что можно, наверное, сейчас, может быть, она переиздавалась когда-то, я не знаю. Так вот, Николай Николаевич Евреинов, который занимался театром, очень интересно к нему подходил и по-разному рассматривал театр, он берет на себя смелость утверждать, что истоки драмы не от греков, а истоки драмы от древних семитов. Вот. Это вот как тот дяденька, который спрашивал по поводу того, не является Евгений Онегин евреем или не является. Каким образом и откуда это берется? Вот, это берется как раз из истории козла отпущения «Сеир ле Азазел». И дальше, сейчас я вам расскажу, как эта история описана у нас в Торе и как она описана
в трактате Йома. Трактат Йома – это Талмуд, трактат Йома. Там как раз описан весь день Йом-Кипур служения первосвященника. И там тоже сказано о том, как это все происходило с козлом отпущения. Значит, брались два абсолютно одинаковых козла, абсолютно одинаковых, сеир, козел. И они их ставили справа и слева от первосвященника, перед порохом, перед входом в храм. И дальше первосвященник двумя руками вытягивал жребий, видимо, я не знаю, два кубика, наверное. На одном из них было написано Всевышнему, имя Всевышнего, а на другом было написано Леазазель, Азазелу. И вот он двумя руками вытягивал. И, значит, того, что справа получается вот этот кубик, того, что слева этот кубик, и получается, что один козел был, должен был быть принесен в жертву Всевышнему, жертва хатат, это жертва греха очистительная, здесь на жертвеннике прямо, и вторая жертва это Леазазел, она отправлялась с посланником в пустыню. А та, которая здесь приносилась, она здесь приносилась определенным образом, как полагается, хатат, жертву хатат. А та, которую отправляли в пустыню, ее отправляли к месту, которое называется Азазел. Что такое Азазел? В христианской традиции, ну, тот, кто читал «Мастера и Маргариту», это что-то связанное с чертом, да? Нет, в еврейской традиции это никак не связано с чертом. Азазел – это место, это гора, которая находится восточнее Иерусалима, в сторону Иудейской пустыни и Мертвого моря. Известно, где она находится, и сегодня знают, где она была. Она сегодня называется гора Монтр. И, в общем-то, даже есть экскурсии, туда водят экскурсии, показывают, говорят, вот здесь. Она находится примерно в 10 километрах восточнее Иерусалима. То есть, когда ты стоишь на этой горе, я там бывал, ты видишь Иерусалим, ты видишь, потому что она достаточно высокая. А гора имеет крутой спуск, вот такой крутой, обрывистый. Ну, не очень, может быть, сейчас со временем там все это самое как-то изменилось. Может быть, раньше было круче, но она так вот, знаете, она над всеми, эта гора, ну, не очень сильно, но она возвышается, возвышается. Вот эта вот гора Монтр, это и есть Азазел. Так вот, она находилась на расстоянии примерно 10 километров, но была проблема, потому что выносить вещи, какие-то предметы, или даже идти с козлом, которого ты ведешь, дальше, чем тхум шаббат, есть такое понятие тхум шаббат, то есть расстояние максимальное, на которое можно отойти от места твоего жилья, оно 2000 ама. 2000 ама – это по существу 1 километр. Если гора Монтр, гора Азазел находится на 10 километров, как же я туда попаду? И делалась вот как. Через каждый километр строилась такой шатер-башня. Шатер-башня. То есть сопровождающий вел этого козла, они приходили в этот шатер-башню, они там отдыхали какое-то время, они, понятно, не ели, не пили, поскольку это был Йом Поста, но они там отдыхали, и дальше снова двигались, но уже с этого места еще на километр, потом еще на километр. И вот таких было энное количество башен, ну, Талмуд разбирается, сколько там, 9 или 10, в зависимости от того, какое расстояние там было. Один мудрец говорит 12 миль, другой говорит 10 миль, но факт то, что не более километра была вот эта башня. И когда они приходили к этой башне, кто-то влезал наверх, махал белым платочком, показывая тому, кто остался, что да, мы дошли до этой башни, потом до этой башни, потом до этой башни. Ну и когда они приходят до последней башни, как раз это вот гора Монтр, гора Азазел. Ну и дальше происходит следующее. Тот человек, который сопровождал этого козла, двумя руками сталкивает его вниз в пропасть. Теперь смотрите. А козел этот, который был выбран для Азазел, он украшался. Он украшался, к нему, к его рогам привязывали алую ленту, часть которой отрезали и привязывали к воротам храма. В тот момент, когда козел падал вниз, по идее, лента из красной должна стать белой. Как написано в Торе, если грехи твои будут алыми, сделаю их белыми, как снег, то есть прощу. А перед тем,
как козла отправляли. Ведь что происходило? Первосвященник клал руки на голову этого козла и исповедовался, написано, исповедовался во всех грехах народа Израиля. То есть все грехи народа Израиля, все, абсолютно все, выкладывал он на этого бедного козла, или не бедного, я не знаю уж как, и этот козел уносил их в пустыню. И там он падал вместе с ними в пропасть, и написано в Талмуде, что еще не пролетев половины даже пути, он там разбивался, поскольку там высоко был. Так вот, Николай Николаевич Евреинов, анализируя эту ситуацию, утверждает, ведь эта ситуация, она гораздо раньше того, что делали греки. Да, да. Греки, допустим, делали это в 5-4 веке до нашей эры, а история с этим самым козлом отпущения, это написано в Торе, то есть это минимум 13 век до нашей эры, то есть задолго, за 1000 лет. И он утверждает, что вот эта вот церемония, она и есть начало драматического искусства. Почему? Ведь смотрите, на этого козла нагружали все грехи народа, все. А ведь были такие тяжелые грехи, которые нельзя было искупить ничем. Были же, да? И вот этот козел был способен в этот день очистить народ. И люди свято в это верили, что он уносит их грехи. Поэтому вдоль дороги всегда стояли люди. Они махали руками, у них были цветы, я не знаю, может не цветы, может что-то другое, но по крайней мере такая была праздничная толпа. Праздничная толпа, которая сопровождала вот этого козла. Я не знаю, если бы этот козел как-то так мог рассуждать, размышлять. Во-первых, сам он был украшен, да. Потом он шел, и все его приветствовали. Я не знаю, наверное, такая козлиная гордость в нем как-то вот пробуждалась в этот момент. По крайней мере, он думал, что, я не знаю, может быть, его делают главным в этом мире. Потом его приводят на гору, на очень высокую гору. И видно все. Видно все. Видно, с одной стороны, Мертвое море, с другой стороны, Иерусалим. То есть высокая гора. И он думает, вот, вот это вершина славы земной. И вот в следующий момент он летит вниз. Так вот, вот это вот путешествие вдоль дороги, где собирались люди, приветствовали, вот как раз Николай Николаевич Евреинов считает, что это и есть прообраз тех дионисиев, которые возникнут через энное количество лет. Через энное количество лет. А ведь очень интересно, на самом-то деле, если вы зададите себе вопрос, например, вдруг в Греции, да, вдруг в Греции, 5-4 век до нашей эры, вдруг всплеск философии. Почему? Вот до этого не было. И вдруг раз такой мощный всплеск. Откуда она взялась? Один из ответов, который мне кажется достаточно убедительным, это в тот момент были греко-персидские войны, да, известные. Да, Геродот о них писал. Да, отец истории Геродот, он как раз описывал эти вот греко-персидские войны. А дело в том, что это случилось после того, как евреи побывали в Вавилонском плену. То есть это уже после 70 лет пребывания в Вавилонском плену. И вот это вот присутствие евреев, и то, что многие евреи там остались, и там появились учебные заведения, там синагоги появились. Не все же вернулись обратно. Так вот, ведь в изгнание были и уведены такая, и элитная часть общества, элита. Не простонародье, там, я имею в виду еврейское, оно разбежалось кто куда. А вот в изгнание были уведены элита, те, кто действительно являются носителями духа. И имеется в виду, что в Месопотамии, ну, читай Персия, да, это продолжало процветать, вот эта вот мудрость продолжала процветать. И дело в том, что вот эти вот войны, которые были, знаете, с одной стороны, это, конечно, ужасно, а с другой стороны, вот именно через них кто-то кого-то завоевывал, кто-то кого-то побеждал, распространялись и культура, и информация, и традиции, и обычаи, и прочее, 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 чего стоит один Александр Македонский, да, который оккультурил полмира.
Так вот, считают многие, ну не многие, но есть такие ученые, которые считают, что греческая философия, она получила мощный такой толчок именно после вот этого греко-персидских войн, когда греки и персы каким-то образом входили в контакт. И здесь, наверное же, вот этот самый процесс козла отпущения, видимо, мог повлиять в дальнейшем на то, что у Диониса появились именно вот такая сопровождающая группа козлоногих сатиров. Почему именно козлоногих? Почему трагус именно связано с козлом? Так вот, Николай Николаевич Евреинов просто убежден, и он вот целую книжку по поводу этого написал, если хотите, поищите эту книжку, что именно на Востоке, он считает, что не только у евреев, что и на Востоке, и в Месопотамии были культы козла. Но в основном вот эта вот книга, это как называется, «От Азазелла и до Диониса». То есть, каким-то образом, вот этот вот культ козла отпущения, вот эта вот церемония, она в свое время каким-то образом оказала влияние на Сатурналии, на Диониса, на его козлоногую труппу. И таким образом он рассматривает истоки драматического искусства, зачатки, ну, так скажем, зачатки. Понятно, что в еврейской традиции это не получило развития. А далее в греческой культуре это уже получило развитие. Но источник, именно источник, он усматривает именно в церемонии козла отпущения. Вот как ни странно, как странно, не странно, связан Йом-Кипур и специфическое жертвоприношение Йом-Кипур с происхождением театра. На самом деле я вам это хотел рассказать, потому что рассказывать какие-то иные подробности, я так думаю, что так много рассказывают в этот день о том, как себя нужно вести, что можно, что нельзя, и огромное количество людей это делают. Ну, не вредно, конечно, еще раз повторить, что можно и что нельзя, но я думаю, что кто заинтересован в исполнении более-менее четком правил Йома-Кипурим, он узнает, что ему можно делать, а что нельзя. А вот эта информация, она не совсем открытая, и если ты не знаешь, где ее искать, то ты можешь ее не найти. Вот это, собственно, я вам хотел рассказать в преддверии Йома-Кипурим, в преддверии Шаббат-Шува. Я хочу пожелать всем нам, во-первых, Шаббат-Шалом, во-вторых, Гмар-Хатима-Тува, окончательной положительной заповеди, чтобы все мы были записаны в книгу жизни, и чтобы Всевышний дал нам возможность еще один год поработать и вполне возможно сделать что-то вот полезное и для других, и для себя. Я хочу посмотреть, может быть, кто-то. Почему называют грозные дни? Вот, Наташа спрашивает, почему это называется Ямима Нораим? Нора, Нора. На самом деле, слово грозный это неплохое слово. Неплохое слово, потому что это одно из качеств Всевышнего, да? Потому что мы же говорим, что он нора, он грозный. Просто в русской коннотации это слово как бы угрожающее по отношению к тебе действует. В еврейской коннотации это не совсем так. Грозный это значит, нужно в эти дни, то есть они настолько величественны, настолько могущественны и так многое могут, что, конечно, я перед ними слаб, и я должен быть очень осторожным по отношению, когда я нахожусь рядом с чем-то грозным. Не потому, что это меня может уничтожить. Нет, не поэтому. А потому, что действительно, если рядом со мной есть некое мощное величие, я должен себя вести соответственно. Если я не буду себя вести соответственно рядом с грозным и мощным, я могу попасть в такое не очень приятное положение. Просто нужно знать, что если на тебя едет каток, да, то, конечно же, не нужно его отталкивать, или на тебя идет большой слон. Не нужно отталкивать, не нужно. Нужно соответствующим образом отнестись к нему. Поэтому Йомим Нараим – это мощные дни, я бы сказал, мощные. Да? И вот эти вот мощные дни, нужно учитывать их мощь. И нужно понимать, в какой момент что ты делаешь и как ты живешь. Вот в этом смысле. Они, не потому, что они ужасные. Нет, они великие. Они великие, но требуют определенного поведения.
Вот это значит Нораим. Ну, Даша, я не знаю, ответила я тебе или нет, но вот так, примерно так. Ну, как бы мы должны себя по-особому вести как? С этой точки зрения. Если передо мной есть нечто мощное и величественное, по крайней мере, я должен вести себя осмотрительно, да? Я должен понимать, что мои движения, мои шаги, мои действия могут оказаться неточными. То есть, когда человек расслаблен, ни о чем не думает, он не очень контролирует свое поведение. Когда же он находится в зоне чего-то повышенного, то он ведет себя внимательно, осторожно. Ну, грубо говоря, вот мы идем по минному полю. Мы ведь каждый шаг выверяем, да? Мы думаем, наступить или не наступить. А если мы идем просто по тропинке, мы же об этом не думаем. Идем. Так надо сгрузить грехи свои? Всякий раз. На козла? Ну, к сожалению, этого козла сейчас нет, если бы он был. Образно? Нет, к сожалению, нет. Потому что нужен храм. Нельзя. Сейчас, видимо, другой механизм. Сейчас есть только то, что мы называем тшува. Только возвращение. И шаббат тшува это покаяние, это осмысление, это попытка исправить то, что ты сделал не так. Это только так, только личное. Нет козла отпущения, нет, если бы он был. К сожалению, нет. Так, вот, шалом. Здрасте. Привет всем. Вопросов пока не видно. Так. Всем здрасте, всем же пожелания хорошие. Так, ребятки, вопросов я не вижу. Не вижу вопросов. Люблю очень вопросы, но не вижу их. Так. Ну, благо смотрят. Шаббат шалом. О. А что такое тшува? Тшува, лашув. Возвращение. Возвращение к своим... куда? К началу. Мы считаем, что начало было совершенным. Наташа спрашивает, что такое тшува. Тшува. Есть два процесса. Есть процесс изменения, есть процесс обновления. Да? Процесс изменения, он всегда в худшую сторону. Изменения всегда происходят, они портят предмет. Потому что, ну, считается предмет идеален в начале. Да? А всякое изменение его портит. А если мы говорим гитхадшут, обновление, вот это есть возвращение к началу. Считается, что прежде мы были лучше. Ну да. Ну, имеется в виду прежде. Ну, так скажем, Ган Эден и до грехопадения. Считается, что, понятно, всякое действие человека его удаляет от идеала. Вы можете сказать, а если действие хорошее? Ведь это все относительно, понятие хорошее и плохое очень относительно. По идее, всякое действие, оно чревато. Оно чревато и плюсами, и минусами. И в данном случае... Каждый человек сам решает, что он делает и что не делает. Вот. Вот и все. Хорошо. Я вам всем желаю шаббат шалом и гмар хатима тува, и удачного поста. Ну, так скажем, если можно говорить о легком посте, о посте цомкаль. И даст Бог, будем встречаться дальше. Всего хорошего. До свидания.